Вот так Чеська меня домой ведет. Вышли, погуляли с ним полчаса. Кушать хочет, знает, что после улицы кушает. Вчера же мало поел, вечером только, чуть-чуть. И вот он так меня домой зовет, видите? Стоит, ждет. Сегодня уже так намного получше себя чувствует. Не рвало, ничего его. Чеся, можно? Все, и пошел. Угу. Ну, лапку уже не поднимает, нормально все. В туалет, правда, кто-то так и не сходил. Но он вчера съел вообще совсем чуть. Я ему дал 50 грамм говядины и ложку каши вечером. Потому что сказали суточную норму разделять на 4-5 кормлений, чтобы снизить нагрузку на ЖКТ. Вот. Вот он чуть погулял, домой меня тянет, кушать хочет. С утра уже все лекарства принял. Сейчас как раз прошло уже часа полтора. Сейчас буду кормить его. Домой хочешь, честь? Ну, думаю, хорошенький. Исхудал весь.